Яркие, современные и патриотичные необычные граффити появились в Кремлевском саду. Их автор – вологодский художник-граффитист Сергей Кепс. Недавно в парке появились строки из произведений известных поэтов на белых сооружениях. На стенах – граффити со стихами Рубцова, Яшина, Каратаева, а также Есенина. Стихи московского гуляки разбавили вологодский колорит. Идея украсить стихотворными строками объекты в Вологде появилась давно. Однако Сергей долго не мог найти подходящую для этого поверхность. Руководство Кремлевского сада предоставили возможность расписать здесь сооружение. Сегодня пространством для фантазии Сергея стал тир в парке. На одной из его стен появилась красочная надпись «Вологда». Глядя на эту надпись, она будет понятна и бабушкам, и молодым, и всем. Ну, то есть бабушки вообще радуются. Вот, например, мы там делали сооружение, они прям, о, мы там такие шрифты рисовали, фу, как сказать-то, вышивали на полотенцах, вышивали на воротничках, а вы такие шрифты рисуете, типа, это очень круто. За основу взят, грубо говоря, кириллица, которую я видоизменил, исходя из своего опыта, и получилось то, что получилось. В приобретении баллончиков с красками вологодскому граффитисту помогли спонсоры. Какой рисунок будет следующим, автор пока не раскрывает. Сергей занимается граффити уже на протяжении 12 лет. Его надписи «Вологда» встречают и провожают гостей города на выездах из областной столицы. Также из-под его пера вышли рисунки на вологодских общепит, спортзалах и других зданиях. Ангелина Евстафьева, Михаил Протасов, Вологда РФ.